Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодня вам покажу, как я подстригаю свои кисти для тонких линий. Я не покупаю дорогие кисти, так как все они часто выходят из строя, куда-то падают или начинают лохматиться от спиртосодержащих жидкостей. Поэтому я не вижу смысла тратить много денег на дорогие кисти. Я покупаю обычную кисть рублев, единичку или 2 нуля, в зависимости какая длина ворса мне нужна. У нас в магазинах такие кисти стоят примерно 60 гривен. Распечатав кисть, я снимаю колпачок и вычищаю ворс от канцелярского клея. Это обязательно нужно сделать, потому что клей может где-то потом остаться и мешать в работе. Хорошо распушив кисть, я приступаю к подстриганию ворса. Это можно сделать 2 способами – наконечниками или лезвием. Сегодня я вам покажу, как я срезаю ворс щипцами. В левой руке я держу кисть и начинаю обрезать буквально по одному волоску. При этом кисть немножко прокручиваю, чтобы волоски срезались по кругу. Это очень важно. Нельзя отстригать ворс с одной стороны. Еще один важный момент. Нельзя срезать волоски возле самого патрона. Нужно немножечко отступить. В ином случае они просто быстро высыпятся и кисть не прослужит долго. Когда осталось волосков 5-6, я набираю черную гель-краску и начинаю испытывать свою кисть. Рисую круги. Этот рисунок сразу покажет, остались ли лишние волоски. У меня сегодня вышло все с первого раза, но бывают такие случаи, когда некоторые волоски просто отстреливают и не слаживаются в один пучок. Тогда я лишний волосок срезаю. Кисть для тонких линий готова, могу приступать к нежным рисункам. Сейчас вам покажу самый легкий и распространенный дизайн среди моих клиентов. Тонкая веточка с маленькими лепесточками. Все делается очень легко. Беру свою выстриженную кисть, набираю на нее черную гель-краску. Ее не должно быть много, иначе линия выйдет толстая и некрасивая. Плавными движениями без сильного нажатия делаю одну извилистую линию. Это будет мой стебель. На кончик кисточки набираю маленькие капельки гель-краски. Это будет основа для моих маленьких листочков. Размеры листьев должны быть примерно как кунжутная семечка. Рисую их в хаотичном порядке, где-то на расстоянии 1 мм от стебелька. Рисунок у меня еще мокрый, я его не подсушивала. Теперь я вытираю свою кисть от краски и с мокрых листьев кистью вытягиваю маленькие тоненькие линии. Таким образом соединяю листики со стебельком. Подсушиваю рисунок в лампе и перекрываю дизайн топом. Второй дизайн рисую аналогично, начиная со стебелька. Добавляю мелких зернышек и вытягиваю из них тоненькие волоски. В результате получается колосок. И третий дизайн из тонких линий – милый одуванчик. Рисуется все так же.
Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новом видео. Всем пока-пока!